Здравствуйте! Сегодня на обзоре HimSvet от Imtac. Надежный, бесперебойный источник света – это идеальный вариант для тревожного набора, причем в любой сфере работы и отдыха. Здесь не нужна батарейка, не нужен аккумулятор, равно как и лампочка, светодиод, кнопка включения, рефлектор, контактная группа и прочие крайне нежные и нередко ломающиеся запчасти. До безобразия простая система включает в себя герметичный контейнер, в который залита безопасная, негорючая и нетоксичная смесь химических компонентов. И все это дело может годами храниться в различных аварийных наборах, абсолютно не теряя своих рабочих свойств. Но в нужный момент достаточно переломить, затем пару раз встряхнуть стержень, и мы получаем красный, синий, зеленый, либо желтый рассеянный световой поток, который сможет обозначить необходимую точку на местности или выделить человека, подать сигнал. Широкое применение эта система имеет на рыбалке для маркировки снастей в ночное время при карповом лове. При всем при этом света от одного элемента хватает на 8 часов. Если учитывать, что в одном наборе идет 10 стержней, то общий суммарный запас освещения вполне реально растянуть от 3 до 4 суток, чего вполне хватает для решения той или иной задачи. Кто хочет узнать больше, все ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч!